Здравствуйте, наши любимые зрители, подписчики. Это снова мы, веселые, счастливые обезьянки. Покушали, все хорошо, наверху играемся. Маруська катается у меня на ноге. Чик-чик-чика-чик-чика-чик-чика-чик-чика-чик-чика-чика-чика-чик. У нее полные мешки семечек. О, Гошка, что-то там. Гошка, контролировать идешь, да, чтоб Маруська правильно каталась, да, на ноге? Чик-чик-чика-чик. Любит она на этой ноге кататься. Гош, ты куда там смотришь? А, песцы. Ясно. А я думаю, что ты так увлеченно смотришь? Че, Гош, колечко понравилось? А ну. Потрогай рукой его колечко хотя бы. О, красавица моя пришла. Полюбуйтесь, друзья. Давно не было. Голова. Я давно не приходила. Будьте любезны, голова. Такие они смешные, друзья. Так классно с ними проводить время. Это вообще что-то с чем-то. Гошка, иди к нам. Гош, иди к нам, Гошенька. Чё ты снимаешь? Чик-чик-чика-чик. Вот она, с головы на ногу. Ягоза. Гошка майку снял. Марусечка, снимай. А, тоже не хочешь. Ой, нога. Не надо. Иди ко мне, иди сюда скорее. Все. Друзья, я заметил, когда что-то сковывает ее, или вот она за что-то цепляется, сразу происходит вот такое. Все, Марусенька, моя девочка, не надо, зайка. Гошка подхрюкивает сразу. Тоже и видит, что... Ничего, все хорошо. Давай папа закроет там к маме. Маме, ну, не нужно туда. Все, играйтесь тут. Смотри, Маруська, лянь. Марусь. А хочешь, иди к папе сюда. Иди. О, садись. Давай я тебе вот так, смотри, Марусь, на. А, мама мандаринки катает. Гош. Наташа, Гошка про этот, профукал. Без спортива, да? Нет, он не заметил. Сейчас вон, пошел. Не отбирай.
Не отбирай. У тебя есть вон мандаринка. Гош, вот твоя мандаринка. Вот, да. Бери, кушай. Мама, сюрпризы какие прикатила. Вкусненькие. А мандаринки такие сладкие, друзья. Марокканские мандаринки. Я прям сам две штучки съел. Я таких сладких еще не кушал мандарин. Очень сладкие. Кушай, Марусечка, кушай. Я потом уберу за вами. Тут ничего страшного. Несколько шкурочек с-под мандаринок. Они не испачкают ничего. Просто пособирать их и все. Мои детки, хорошие конфетки. Десертик какой вкусненький, да? Ой, аж сюда мандаринкой запахло. А Гошка в мешки. Не вздумай отбирать у нее. О, нет, смотрите, друзья. Он ухаживать. Какой молодец. Такие славненькие детки. Как они дополняют друг друга, как им хорошо вместе. Даже никаких сомнений нет, что им прекрасно и хорошо. Маруська всю мандаринку скушала, молодчинка. Гошка вам привет передал, друзья, лапку поднял вверх. Еще раз лапку вверх поднял. Гош, подними еще раз лапку вверх, Гош. Гошенька, поднимешь лапку вверх, Гош? Подними лапку вверх, Гоша. Передай привет подписчикам. Лапочку вверх поднял. Друзья, это фломастеры, такая у меня идея возникла. Может, вдруг он рисовать будет, Гошка. Листок возьмем, фломастеров найдем хороших, или что ему там будет интересно. И попробовать дать ему, пусть он, может, порисует, подчеркает что-то на картинках. Маруське вряд ли это надо дать, потому что она будет сразу грызть, кусать эти ручки, фломастеры. Это я 100% уверен. А Гоша нет. Вероника уехала на соревнования, я не стал искать там без нее. А вот приедет, даст мне фломастеры. Тогда мы попробуем рисовать с Гошей. А потом эти рисуночки нашим подписчикам будем отсылать. Да, Гошка? Гошка такой пришел.
в дырку в эту заглянул, посмотрел. Что там, Марусь? И будем подписчикам рисуночки рисовать, да, Гошаня? Маруська, иди, будем играться. На ножку, иди. Иди сюда, иди. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Иди, залазь, иди, Марусь. Иди сюда, Маруська. На, о, веселуху какую тебе. Иди играться будем. Ну а что, Гош, представляешь, если у тебя талант художника проснется? А может, он и уже и был, этот талант. Да. Представляешь? Бери, бери. Бери тетрадку. А ну давай, открывай, смотри, что там. Ой, на, смотри, открывай, смотри, странички. Нету тут ни одного карандаша. Кто там подкрадается сзади, а? Мадмуазель? Марусь, смотри. Давай, ты мне, а я тебе. Ты мне, я тебе. Так и будем играться с тобой. О. Да что ты? Да ты так не сделаешь, как я. Я лучше умею. Держи. У меня лучше получается. Да ты мой ребятенок славненький. Такой послушный. Папе запустила. А папа тебе. Ой. На. Ой. Не поймала моя красавица. Ой. Ой. Ой, глянь, как мы играемся, Марусь. Ну, лови, чё, по мордочке ж неприятно получать. Или приятно? Ну, уже, друзья, какие-то игры устраиваем. Ой, красота какая. Гошка любит лежа так телевизор смотреть. На животик ложиться. Каждое лето берега этого скалистого острова вдали от побережья Канады превращаются в одно из крупнейших в мире лежбищ Сиручи. Ежегодно. Классные обезьянки, когда по-доброму, по-хорошему, с любовью относишься к ним. Очень хорошие, умные животные, спокойные.
когда проникаешься полностью в их атмосферу, проникаешься полностью в их общество, становится понятно все. Животные это чувствуют, друзья наши, вот эти питомцы. Они все видят, чувствуют и, соответственно, ведут себя подобающе, так как надо. Маруська, кудесница. Сегодня папа еще не привез эту от бабушки прялку. Завтра прялку от бабушки привезу. Ой, будет радости тебе с тем колесом. Будешь горцевать. А Гошенька хочет баечки уже. Время 9, у него строго. И Маруська, кстати, тоже уже к графику, к всему, к режиму почти что привыкла по времени. Вот Гошка спать, и она практически через минут 10 уже тоже зевать начинает спать. А раньше ее не уложишь. Гошка в 9:30 спать идет, а она в 12. Что это такое? Как они на звуки реагируют, друзья, вот, животных. Так интересно. А у Маруськи такой вид сразу потерянный, когда кто-то кричит из животных. Такой испуганный. Она не понимает, кто это кричит рядышком. Друзья, опять 18 минут пролетело, как будто только начали. В общем, заканчиваем это видео на сегодня. Завтра ждите наших включений. Все у нас прекрасно и хорошо. Марусечка отлично уже играется здесь со всеми, уже освоила все эти... Ну, высоко не лезет, конечно, хорошо тут понизу начала играться с этими штучками. Я также сажусь на этот коврик вот так вот вместе с ними и начинаю тут вот играться тоже вот этими штучками. И все у нас хорошо. Так что, друзья, снимать по 3 минуты видео я не умею. Да, Марусенька? Нам надо побольше, чтобы люди видели наших обезьянок, могли как-то охарактеризовать их. Потому что за 1 минуту, ну что может зритель понять? Да ничего зритель не поймет за 3 минуты за этих. Надо побольше, чтобы люди видели. Адекватная у тебя обезьяна, неадекватная. Тогда люди видят предпочтение обезьян. Вот Гошка такой, да, Маруська такая.
Это все из-за того, что мы подольше снимаем, из-за того, что вы видите все. Вон, любопытное. Гошка холодное оружие свое схватил. Молодец, пацан. А жил тоже, заинтересовался. Твой пистолет, Гошуха. Красавчик мой. Да, да. Хейтеры, давайте там берегитесь, слышите? Вон, Гоша может там встретить из-за угла. Вон, видите, какой есть? Так что не советую я там Гошану попадаться. Сейчас он почистит свое холодное оружие. Зарядит наган свой. Так что, хейтеры, не попадайтесь там. Ну чё, Гош, нормально там ствол твой? Всё в порядке? Всё работает? Всё рабочее? Проверил всё? Проверил, все, ложи на верстак, ложи. И как положено, проверяй все. Все надо проверить. Конечно. Все досконально проверяй. Друзья, первый раз я вижу, чтобы он заинтересовался чем-то. Кто ж сидел, как этот. То телевизор, то спать, хоть пистолет схватил. А дальше больше, друзья. Сейчас мы еще больше найдем и игрушек со временем, и всякого-всякого. Попробуем открыть таланты у наших обезьянок. Они есть, эти таланты, я уверен в этом. При нормальной обстановке, такой, как у нас, доброй, позитивной, наши обезьянки откроются по-любому. И мы увидим это с вами. Друзья, на этой ноте будем заканчивать 20 минут из нашей жизни. Всего вам доброго, позитивного. Оставайтесь с нами, оставайтесь в эфире. Спасибо вам за поддержку, спасибо вам за все. Любим, ценим, обнимаем вас. Пока-пока.